Здравствуйте. Представляем котлы варочные на 400 литров, масляные. Пульт управления будет вешаться на стенку, на одном котле, на втором. Получается мощность котла 5 блоков по 7,5 кВт, 35 кВт. Стоит краники уровня и группа, то есть тенов. Это заливочная воронка расширительная и тены уровня. И защита по перегреву Т32, датчик стоит. Пульт управления включается 7,5 кВт. 15 и 15. Так, не будет воды, то есть по превышению температуры зарядится красная лампочка. Продукт, температура рубашки. Кран слива ДУ-50. Крышки на гидролифте открываются. То есть и котлы предусмотрены загружные корзины. То есть корзины загружаются, потом будут выгружаться, выниматься. Такой же котел второй аналогичный. То есть корзины, загрузочные корзины с выгрузкой продукции. Котлы масляные, то есть котел тоже кабель 3 метра на стенку будет вешаться. То есть объем 400 литров, полный объем 400 литров. И все, котлы готовы к работе.